Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Borderlands 3. Серию мы, как обычно, начнем с подбора легендарочки. Посмотрим, что нам на этот раз выпало. Спринтерский зарядник, 5000 щита, 8000 скорость, 8000, 800, даже 900 скорость подзарядки. А теперь еще раз с чувством, при разрушении щита мгновенно начинается его подзарядка. Восстановление 20 сек. По-моему, хорошая очень тема. Даже очень и очень. Так, берем барахло, собираем на продажу. Деньжат немного. Шмотки на уровень ниже немного, чем хотелось бы. Есть чуть-чуть интересного. Так. Вроде больше ничего. Идем, зайдем сейчас в этот. Я не открывал еще сундуки с лутом. И продолжим в этой серии выполнять задания на Пандоре, бритву дьявола зачищать. У нас сегодня задания будут побочные с Бриком, Мордекаем и Тиной. Они нам в прошлой серии сообщение о помощи прислали. Так, куча фиолетового барахла выпала из этих сундуков. Так, тоже слабоват СМГ, по-моему. Окей. Вот это вот СМГ, в принципе, интересное. Радиация можно будет жарить. Я думаю, надо оставить. Попробуем ее. Все остальное хлам. Итак, Брик у нас где-то здесь был, да? Бум-бум-бум-таун. Очень на Тину похоже, да? Тут еще задание по дороге. Я думаю, мы, может быть, даже можем его выполнить сразу. И здесь у нас еще запись Тифона. Поехали, да? По дороге. Тут мы вроде осмотрелись в прошлой серии. Ничего интересного не было. Так, а тут нам наверх. That's the spirit. Ugh, these films are just terrible. Буфон. Oh, hi, Vault Hunter. Видео буфона, да? Эти фильмы, ясное дело, просто отвратительные. У меня много денег по какой-то причине. Ой, не то я нажал немного, но да ладно, мы быстренько тогда. Echo, because he didn't understand my cinematic vision. Even though it's a really great vision. But Roner prefers only these terrible movies this Troy person made. I will disembowel Troy before the hunt is over. Oh, okay. Над кем это Стёп? Мне интересно. Фильма на большой экран и сделать его знаменитым. Мне первое, кто в голову приходит, это какой-нибудь Уве Болл или... Я даже не знаю, кто еще может. Тоже куча денег и снимает какой-то лютый трэш. Так. Окей. Чик, новую локу открыли. Хорошая СМГ, определенно. Ah!
даже в принципе через щит на первом этом майкеме нормально стреляет пока. Ребята бьют тут, конечно, весьма сильно. Всех щитым так. О, безбашенный пошел. Надеюсь, мы его успеем грохнуть. Давай, обезьян, тащи его, есть, успели. Фух, в мусорнике. Давайте по вот этим головам постреляем быстренько. А, чуть-чуть не успел. Давай, 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 Я хотел радиацию попробовать стрелять с этого оружия. Удача у него, конечно, такая прям. Ух. Ну. Кончились патроны вообще все на СМГ, это жестко. Так, отступим немного. Патронов соберем. Так, все, можем врываться. Оп. Этого не сложилось добить. Блин, безбашенный еще один. Но у нас есть. Да, 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 поехали. Не будем на пистолет даже переключаться, винтовка его. Дожарим и... еще активист, не страшно. Его мы как-нибудь добьем. Блин. Нормально, я встану без проблем. Мелочи много тут. Давай, 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 давай. Щит, по-моему, неплохой. Фух. Быстрее бегать начинаем, когда он пустой. Зарядка достаточно быстрая. О, кажется, помазанник там где-то нарисовался. Давай, 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 есть. Взорвали. Да, вон ходит. Он
взорвался или что произошло? По-моему, он исчез просто. Так. Окей, окей, окей. У нас снайперка еще была. Давайте на нее посмотрим, которую мы получили. Это не снайперка. Но... Оу. Сквозь щит проходит, кстати, эта фигня, да? Да, снайперка. Без оптики. Ну чё нам? Ух, перезарядка, конечно. Так, берем вот это, включаем. Вот это. И пошли. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Не успели добить его. Может быть, сейчас добьем. Перезарядка хорошо, довольно быстрая. Обычно мне хочется по моей мартышке пострелять. Так, хорошо. Последние трое, двое. Это вам мы сейчас быстро добьем, он простой. Этот развернулся, значит, тоже мы ему... Как там в задании у нас в каком-то было, да, взад настреляем. Так. Урона от коррозии. Устойчивость к радиации. Подожди. Максимальный уровень здоровья, максимальная емкость щита. По 1000 можно практически добавить. Но... Скорее нет. Чем да. Что там за эффект этого помазанника? Давайте глянем. Может, что стоящее. Следующий магазин. Две штуки. Будут давать 50 дополнительного урона от огня. Я даже не знаю. Так, ну мы зато весь лагерь зачистили уже. Можем... По мусорникам пройти спокойно. И тут еще где-то железяка, похоже. Oh, no. That's it. That's really good working. You are almost as amazing as myself. Now it's time to put my movie on the big screen! That one! Go plug it into the movie shooter, okay? Ну, подбирай. Так, а вот железяка я... Не придумал, где найти можно его. Так. Вот отсюда я не ожидал засады. Оп, закончились гранаты. Ладно. Больно было, больно. Reborn to the hunt. Got the piss in right where we want him. Не в ту сторону я убежать решил. Так, хорошо. Ah, you find something for me? Там тоже что-то фиолетовое вывалилось. Интересного. Так, железяка, железяка, железяка. Где-то. Не пойми где. Ну, будем искать. Лутецкого немного. Или барахлецкого. По 2000. По 2000 что-то собирать уже и не хочется. Set up my movies now,
We are on edge of greatness here, my friend. Okay. Oh no! This is terrible! The projector ball broken now! You have to fix this thing, and I will give you more money bunches to do it too! They're messing with my projector! I'm gonna pull the bleeding looky balls out of whoever did this! Go track them down, you rebel! There are no bulbs in there? I'm thinking I saw that jerk Rohner using bulbs for target shooting. Go do target shooting at him until he is dying. The gospel of the Calypsos will never be silenced! Так, пойду я пока. Нам как раз в ту сторону. Но я бы хотел в сторону железяки куда-то пройтись. Первым делом. Гранат немного собрали. Так, мы тут кого-то оставили, да? Ну, я думаю, не страшно. Ну, где-то здесь железяка. Вот там, по-моему, да? Давайте посмотрим, кто там... Но он где-то ниже, черт. Зачем нам сюда тогда надо было? Тихо, тихо. О, за красным сундуком наверняка. Дай легендарочку, дай, дай, дай. Не легендарочка, это... О, в рюкзаке нет места. Неловко. Так, где я тут железяку не заметил? Где-то в мусорнике тут лежит, наверное. А, вот он, вот здесь, точно. Looks like this guy had it all figured out. Interfaced himself to death in a porn cave. We should all be so lucky. That's a rugged VZK all-terrain package. It's like four-wheel drive, but in a single wheel. That's just math. Кто-то посмел убить мою мартышку? Come, friend. They will not hunt themselves. You know what to do. And if you don't, go replace that bulb. Ну, опять же, да, наверное, самый правильный. Yes. Все правильно. Блин, снова будут... Надеюсь, что не все будут тут противники выходить. Тут хотя бы нет. Хорошо, быстренько пробежим. Быстренько, быстренько, быстренько. Yes! Bring to me my inevitable fame, Vault Hunter! I finally can be able to tell my parents I am famous film man. Action! Now come back for your bunches of money. Where am I really? What is really real? They carry me like angels. If I fall, will you catch me? I keep running really fast.
me. It didn't like this. Weird, right? I always hate me. Но на Уве Болла не похоже. Это какая-то психоделика. Наркоманская. Ну ладно, мы идем за нашими баблишками. За горой наших баблишек. Оп. Гоняют тут гонщики всякие. Где ты тут был? Оп, ну что? You're the best vault hunter. Well, after me. So you are second best, which is still pretty good. I will be famous now for a thousand millions of years thanks to you, Vault Hunter. I can never repay you, but I will try with all of these bunches of money I am now giving to you. Now, if you'll excuse me, I have to practice my acceptance speech. 35 000, не так уже много. Не так уже много. Так, что у нас дальше? А дальше, да, мы идем вот сюда. Пожалуй, тачка где-то наша стояла. Можно было сразу к ней телепортироваться. Давайте, у нас парочка очков, парочка жетонов есть. Шанс на редкую добычу берем. Еще. Дальше перезарядка. Да, перезарядка противная всегда. Ускорить ее будет неплохо. I want to thank the entire Academy for this award for the best filmmaker in universe forever. This is great honor I am totally deserving of. My films are, without doubting, the highest quality cinematic excellence. And I recommend you all watch them and enjoy them and learn from that. It is about passion and doing what you love. And then everyone will love you with a lot of passion, see? If you're me anyway. All you have to do is follow your dreaming. I followed my dreaming and it brought me this. The award for best filmmaker in universe forever. Maybe if you follow your dreaming, you can do that too. Except for I already did it and it's forever, so good luck with that. Ой, ой. Сломали нашу машину. Партизаны. Ух, так. Хорошо, давай, дружок. Иммунитет! Что ж ты будешь делать с этим иммунитетом? Have fun rotting. Так. Оп, оп. Заряжай, заряжай. Что-то он подрос немного. Все. Показалось, что легендарочка полетела. Я аж обрадовался. Так. Надо было барахло пойти продать. 12 000. Опять же, гамма-взрыв. Ладно, не хочу я что-то выкладывать, что-то перекладывать. Деньги будут набираться и так в достаточном количестве у нас. Может быть, уже наберутся в достаточном, чтобы апнуть себе этот вместимость. Булимонгов у нас, да, в этой игре не было еще пока. Ну, наверное, и не будет, скорее всего.
А жаль даже немного. Так, вижу точкомат, идем, садимся, да поехали. А, давайте глянем быстренько, что там за письма новые. Может, Атлас, да, присылает нам подарки. Ничего интересного. Так, я что-то забыл, куда мы едем, и мы едем... Давайте, наверное, сюда заглянем. Ну и тут осмотримся тоже. Так. Много лутецкого. Но мы, наверное, даже не будем этот сундук открывать, я думаю. Ну, или будем. Ради науки. А вдруг там легендарка меня заждалась, правильно? Есть же шанс на это. Железный медведь. О! Вот это неожиданно. Полибий. Зажигательный. 21, 11, 33, 14, 24, 42. Очень эффективный. Так, брошенная пушка прилипает к поверхностям, превращается в турель. Обстреливающий противника, да еще... Боже мой. Цифры... Набор цифр это не те, которые в Лосте там повторял этот? Где-то там, где-то в одном из последних сезонов. Или, может, то не последний еще сезон был. Далеко, наверное, не последний. Так, давайте вот это тоже возьмем, посмотрим чисто. I hear you, beast. This was always your end. Weak. All of you are weak. Ну, скагов бить так-то норм. Но. You there? How are your last breaths going? Поехали отсюда. Так, куда мы едем? Давайте мы вспомним вот сюда. Все, выехали на дорогу нормальную. Черт. Выехали и врезались сразу же. Там закрыто. Ладно. Болт. Man, am I glad to see you. Could use a hand over here. Помогите команде Б обеспечить безопасность ее нового дома. Been setting up a new home base, but the COV been sneaking up on us out of this tunnel, freaking hundreds of them. So I'm holding them back while Tina collapses the whole damn thing. She's up above. Go help her out. Everything is under control, Brack. Okay? I just need a teensy bit of help. Так, то задание мы, наверное, пока оставим. Давайте по порядочку. С Тиной и Бриком разберемся. Look, all we gotta do is collapse the tunnel, and as with most problems, this one can be solved with a bomb. But, unfortunately, Miss Boom Bottom got stuck. And I can't knock her down. So, I'm gonna need you to stop it. I'm gonna need you to stop it. Good!
ударом по земле. Я почти попал. Okay, crap. Gotta have to do this the hard way. Shorty, you're gonna have to scurry on down into the tunnel and shoot her till she booms. Okay? Doesn't that mean we're gonna have to open up the tunnel? It's full of COV! I know what I'm doing, just do it! Boom! We can waste a few COV? I am prepared for a hunt. All right. Here it comes. Three. Они там бухают, two, по-моему. Punch-time! Ух, помазанник там. Закончились. О, бибизяну мы его воскрешают. Прикольно. Легендарка! Стоп, погоди. Тут нам надо... Сыпятся. Подожди. Я забрал. Да ну дай мне пройти. Бум тайм. Бри, кажется, прилег немного, нет? Надо по этой, пострельнуть, да? Я чуть ни разу не попал, что ли? О. Кажется, Матину там прикрыли немного, но ничего. Было бы классно, если бы еще с него легендарка выпала. Hey, guys, the base has been under attack while you were messing around with that tunnel. Thought I could hold them off, but they're gaining ground. Get back here. Come on, Vault Hunter. Сейчас, один момент. Что мы там подобрали? Что? Это, да. Зажигательный. Оу. Аксессуар. Аксессуар. На всякий случай. Черт. Давайте везде легендарные аксессуарчики повесим. Ну, везде, где сможем. He's under attack. Let's go. It's time to save Boomtown. Boomtown? I thought we were calling it the fortress. That stuff is butt. We're calling it Boomtown because I said so. And because I already made a sign. I don't see why you get to just... Listen to you. La-la-la-la-la-la. Boomtown. You two are so cute when you fight. Как-то у него что-то с головой не то, утины, по-моему. О, тут уже стреляют. Письмо от Даля прислали. О, перезарядка, да, у нас как раз. Фиолетовая пушечка выпала. О, полетел коротышка. Я чё-то вообще не попадаю этой штукой.
most of them. Good looking out, Vault Hunter. Не успел резнуть Брика. Fortress is secure for now. Boomtown. Another successful mission, thanks to my magnificent bombing prowess. You're welcome, everybody. We smashed them good, Vault Hunter, and took back Boomtown. Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Morty, quit copying me! What? I thought we were, like, doing a thing there, man. We weren't. Yeah, Morty, we weren't. Ah, we're just kidding. You're all right, Birdman. Обижают Морти тут. Так, давайте мы еще активируем сразу меткий стрелок. Посмотрим. Ну, давайте возьмем его. Так, пополним боеприпасы. И продадим немного барахла. Да, я хотел все посмотреть на эту коррозийную СМГ. Гигантский пистолет такой. Кажется, вот это вот была цитата самих разработчиков, когда они придумывали себе новое оружие и новые виды всяких этих, да? Так, как же хочется 45-й побыстрее. Ладно. Кажется, Морти нам давал задание, да? Его все обижают, давайте его задание первым выполним. День рождения. Мордекай хочет, чтобы вы посетили день рождения одной девочки. Вы будете почетным гостем. Hey, Vault Hunter. You mind coming to a birthday party with me? Kid's name is Grace. Lives her shit over at Walmart. So I figured you and me showing up will blow her friggin' little mind. Grab some of those flowers that grow up on the mesa on the way. Then meet me at the party. Они всегда в желтый перекрасились, черно-желтыми стали. Хорошо. Я уже догадываюсь, где это день рождения. Мы заглядывали уже туда. Давайте мы для начала тут осмотримся. Может... Чё, запись какая полезная, интересная будет, да, или еще чего-нибудь. Кто-то здесь жил. А тут, видимо, в туалет ходил. Иридия много не бывает. 3000 мы еще не набрали. Так, цветы. Я бы еще вот сюда бы сходил, тачку эту бы забрал. Правильно, ее мы не относили, в смысле, не отвозили. И тут вроде как недалеко, давайте посмотрим. Может быть, я, кстати, так могу туда забраться? Нет, точно не могу. И вести вроде недалеко. Если получится, конечно.
Мы, наверное, тут не сможем залезть. Или сможем? Может, попросим, чтобы скаги нас подбросили? Хотя вот мы уже... Ну, нам выше еще, правильно? А, нет. Я чувствую, что мы как раз тут забираемся. Оп. Тихо. Weak. Now bring it on home to the kitchen ride and let me give it a scan. I saw. Them zip wheels are the tits for drifting, and now we can get you rolling on those bad boys whenever you want, VH. Новые колеса, да? Нет? Колеса были у меня такие. Странная фигня. Что мы нового получили? Колеса были, броня у нас одна. Было написано, что две детали новых. Одна раскраска, да, расцветка. Как бы я согласен. Но, ладно. Удача. 5 единиц, наверное, да, не процентов. Так. Мы еще одно радио найти должны. Одна легендарная охота и 2 записи телефона. Ну и тайник тоже будет интересным, потому что в тайнике должны быть как раз вещички... Нам под уровень. Давайте глянем. Вон, цветы сюда. Давайте мы отсюда, наверное, подъедем. Чтобы меньше петлять и блуждать. Йо, бро! Так. Непонятная машина. Поехали на этой. Хотя я бы колеса поменял бы все же. Is impenetrable. I believe I can break this now. Все ты можешь уже пенетрировать, давай. Так. Feel the bloodlust. Цветочек раз. Цветочек два. На ледяного мой пистолет наверняка будет бесполезным. Before I left Pandora, I was teaching Grace how to shoot, how to track, how to hunt. Figured it couldn't hurt to start training the next generation of vault hunters. Kid's got badass in her genes, man. You'll see. Oh.
Этот угон мы уже делали. Красиво тут, однако. Мне даже уже Дед Феникс начинает нравиться более-менее. Поначалу казался он просто дурным каким-то. Так, давайте посмотрим. Да, можно как раз спрыгнуть сюда, и мы придем туда, куда нам надо. Но... там как-то по-другому надо забираться. Поэтому, да, давайте прыгаем. Ой-ой-ой-ой. Ну... гранаты я не могу бросать, да, пока в этом... Чё происходит вообще? Обезьяна наша еще жива, как ни странно. Оу, прям в лицо. Жестко было. Обезьян рез не... придется снова сюда забираться. О, давайте мы теперь возьмем наконец-то. Давайте, кстати, возьму вот эту я штуку все же. У нас сейчас безбашенных довольно много ребят, да, и будет неплохим бонусом нам. Возьмем, попробуем дробовик легендарный. Вместо этого как раз. Glorious hunt. Ой, ой. Какая прелесть. С перезарядкой тут, конечно, нужно быть осторожным. Вообще надо пойти закупить этих для дробовика расширения на патроны. Да и на другие оружки тоже. А то я все так вкладываюсь в инвентарь. Но там чуть-чуть осталось. Добьем его, и потом уже будет попроще. С этим дробашом мы, конечно, будем все патроны выстреливать моментально. Так, тут ничего интересного не оказалось. К сожалению. Давайте посмотрим. Мы как раз к последнему цветочку выйдем сейчас. I like your enthusiasm, beast. Nice, you got the flowers. I'm almost at the party. Thought I'd get there early and shoot some racks with Grace. Hey, bring those flowers. Kid's crazy about them. Я бы спустился, наверное, сюда. Там какой-то тоже закоулочки есть интересный. Где-то. Давайте пойдем. Пешочком немного тут пройдемся. Ну, а потом на день рождения пойдем обязательно. Так, хорошо. Спрыгнул. Ага. Тут закрыто. Видимо, какая-то квестовая штуковина. О! Рогоносец. Well done.
done, Vault Hunter. Well done indeed. I shall hang Mercenary Day decorations from those antlers. Mercenary Day — это местное, это, да, Рождество у них. Новый год. Ой, тут тихо. Не хотел я трогать. Так, и я бы этого товарища бы еще побил бы немного для профилактики. 11 тысяч, неплохо. Давайте попробуем сейчас. Даже интересно, если я выйду, где я тут сохранюсь. Ближайшей точки этого сохранения тут как-то и нету вроде, да? Пойдем посмотрим, может быть там. На входе в локацию здесь будет. Так это, я надеюсь, что на Рождество нас что-то ждет тоже. Да, на Хэллоуин сначала, а потом и на Рождество что-то интересное. Может, тут где-то мы сохраниться сможем. Ладно, попробуем просто выйти. И зайти еще раз. В принципе, таракан должен этот хорошо, очень быстро умирать. Мартышка наша его на себя агрит. О, мы, по-моему, да, на этом. Угу. Короче, сюда ездить каждый раз придется. Наверное, да. Так, фарм-минутка, пожалуй, закончена для меня на сегодня. С этим боссом, во всяком случае. Где-то десяток раз я его грохнул. И ничего интересного из него не выпало. Из него шмотки падают, да, фиолетовые, там все всякое разное, барахло. Иридия по чуть-чуть тоже, но именно прям такого чего-то интересного не было. Хорошо, давайте мы отправимся все-таки на день рождения, наконец-то. Вот куда-то сюда нам... Телепортируемся на тачку нашу, да? Погнали. Там, по-моему, кусок иридия был, а может быть даже сундук. Но мы уже уехали. День рождения. Грустный праздник. Let's hunt. I didn't know. Grace died while I was off on Eden 6. Varkid's got her. I hate this planet sometimes. Just give her the flowers, okay? I need a minute. Golly, more Vault Hunters at my Gracie's party. If she were alive, she'd be filling the sky with bullets and joy. Come on, where's that for a moment? Yes, Gracie's death took Mordecai by surprise, but... I keep telling him this ain't a day for mourning. That's not what Grace would have wanted. Gracie, well, the Varkids took her from me. It'd mean a lot to my girl that you're here. Let's start the party. Now, we've got all of Gracie's favorite games to play. Tell you what, I procured a fine chicken. It was for Gracie, but if anyone could beat her records, it's yours. Otherwise, I'll be burying that pistol alongside my little gun. Come on, y'all. Let's eat some damn cake. How's a cake-eating contest strike your fancy, Vault Hunter? I will feed this cake to my beast. Woohoo! That girl could put down cake like she had a tapeworm. Last year, she scarfed down 11 whole slices. Bet even you can't do more than that, Vault Hunter. Watch out, Jason.
Looks like someone's coming for your title. Well, look at the Vault Hunter go! You really trying to break my dead little girl's record? That's brave of you. Stop eating the cake! Just let Hersham have this! Bet you're getting full, ain't you, Vault Hunter? Better watch out. All that cake will make you sick. Well, you beat my Gracie's record. How about that? Too bad she'll never have the chance to give it another go. Damn Varkid. Vault Hunter? Not cool. All right, listen up. If my Gracie were alive today and not in the ground, she would have challenged all y'all to a grenade chucking contest. Let's head to the range. Grace had the best arm in Wandering Sands. Her record's a big old 50 points. Good luck beating that, Vault Hunter. Кидать гранаты, просто 5 штук, или побить рекорд. 50. Я даже не знаю, тут будет тяжело. А. Ой-ой. Типа засчитывают нам. Okay. Then again, Grace never backed down from a challenge. Guts for days. Now to the shooting range! My girl's record on the shooting range is unbreakable. She was proud. Maybe too proud. Давайте возьмем, может быть, снайперку. С оптикой нормальную. Я надеюсь, я ее не продал. Вот она. Что? Куда? Погладить. Вовсе для старта. Не пытаться побить Рику. Hate this planet sometimes. Или побить рекорд Грейси и рекорд Мордекая. Так, а куда нам стрелять надо? По будут эти летать, да? Нам, наверное, по ним надо будет стрелять. Ну давай. You know what? I'm gonna join in on this one. See how you handle a little competition. Давай. Том Мордекай говорил, что не надо, а теперь надо. Ага, я ничего не вижу. Они будут на нас нападать? Так, тихо, нам тогда надо взять что-то другое. Надо взять все-таки мою вот эту вот винтовку. Она лучше стреляет. Для вот таких вот... Ух ты, елки-палки. Моя обезьяна, наверное, их всех убивает. Я надеюсь на это. Accelerating. Никто поддаться не хочет, нет. Да. Это самое, да? Your inferior senses betray. Куда стрелять? Не вижу. А! Чуть-чуть не хватило.
А, нет, хватило. По идее, да? Так, не засчитало нам просто этот 30-й, так как и в прошлом было, когда мы гранаты... Не гранаты, когда мы торчики ели. На 11 остановилось, но засчитало. Well, all that's left is a damn pinata. Might as well take a whack at it. You think you're all big and bad coming in here and beating my little girl's record? Well, damned if that ain't what my Gracie would have done. But I ain't Gracie, and I didn't want her to be a vault hunter. Party's over. Pistol's all yours. Hmm. Hope it comes in handy out there in the mesa. Those Varkids are hungry. I'm gonna find a nice perch somewhere and kill every Varkid I see. I hate this planet sometimes. И мы получили легендарный пистолет. Давайте посмотрим. Много у нас легендарных пистолетов. Подлый герой вечеринки. Урон приличный. 4 патрона в магазине. Момента мори. Урон, крит, точность плюс 60. Кратность прицела. Возвращает одну в пулю в магазин вашего оружия при каждом крите. Это... Весьма интересный экземпляр. Так, хорошо. Давайте сейчас барахла немного продам. У нас осталось еще задание у Тины. Мы его обязательно сделаем, но, пожалуй, уже в следующей серии. А сейчас, кажется... О, да, точно. Сейчас мы можем пойти и отпраздновать покупку самого большого инвентаря. Деньги плюс 100%. Устойчивость к стихиям тоже неплохо, вроде как. И скорость восстановления активного навыка. Но у меня... Я правда вот... Ребят, кто-то заметил, как работает... И работает ли временная неуязвимость, если уровень здоровья опускается ниже 50? Работала хоть раз? Я просто не знаю. Кажется, я меньше умирать немного начал, но тут еще щит у нас каждые 20 секунд восстанавливается полностью. При полной разрядке, да? Вот. Поэтому я даже не знаю. Ладно, мы в любом случае дуем в убежище. И отвалим Маркусу 2 700 000. И остальные... Деньги тоже потратим на... Наверное, как раз для дробовика место. Под патроны увеличим. Плюс еще, наверное, тут мы кучу синяя где-то пропустили. Наверняка, да? За эту серию. Там что-то есть, так точно. Алло? Заглючил друг наш чего-то. Давайте еще раз попробуем переместиться. Что с тобой? Не могу камеру подвигать вообще. Не стрелять не могу, ничего не могу. Перезайдем. Игра как будто бы не хочет, чтобы я на максимум себе инвентарь расширил. Так, так. Хорошо. А, даже не 2 700, как я думал, 2 100. Неплохо. Я думаю, мы довольно быстро все купим до вот этих максимальных, как минимум, да? И того у меня в дробаше сколько патронов теперь? В 2 раза больше, как минимум. Уже хорошо. Как бы тоже неплохо, да? В принципе. И
Если бы там еще удача была, да, можно было бы очень неплохо на боссах использовать. А я вот думаю, что нам сейчас нужнее? Ну все. Хорошо, на этом мы серию можем закончить. У нас теперь максимальный инвентарь. И дальше будем расширять, тратить деньги на расширение количества боеприпасов. И, по-моему, у нас раскраска была там какая-то новая. Нет, не было. Ну и ладно. Тогда всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии, в которой продолжим выполнять задание Тины.